Директор известного витебского турагентства «Бифана» взята под стражу. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, женщина завладела деньгами более 40 человек. Сумма ущерба около 100 тысяч рублей. Об отмене отпуска за границей одни клиенты узнали из объявления на входной двери турфирмы, другие – прямо в аэропорту. Своей вины в содеянном директор «Бифана» не отрицает, но от дачи показаний отказывается. Заключая договоры, женщина бронировала туры, которые оплачивала за счет денежных средств, которые поступали от новых клиентов. С целью обеспечения возмещения ущерба следователями наложен арест на имущество обвиняемой, в том числе на автомобиль, а также имущество, которое находится в офисе туристической фирмы. Директору турфирмы грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.